1986 год. Февраль. Обычный ритм рабочего дня. Пройдет совсем немного времени, и события, запечатленные в этом фильме, уйдут в прошлое. Съемки велись в дни, когда на Московском автомобильном заводе имени Ленинского комсомола шла реконструкция. Ее цель – подготовка к выпуску принципиально новой базовой модели «Москвича». Перестройка коснулась всего производства. Но главные изменения произошли в самом коллективе. В период подготовки к выпуску новой модели на АЗЛК развернулась борьба за качество серийного автомобиля. Того самого, что сходит с конвейера уже долгие годы, но в последнее время снискал себе горькую славу из-за плохого качества сборки. Генеральный директор Валентин Петрович Коломников, вернувшись на родной завод после работы в министерстве, подготовку к производству новой модели начал с решения проблемы качества. Дело в том, что 2 года назад мы столкнулись с очень серьезной проблемой, которая потрясла весь коллектив завода. Всю жизнь наш завод пользовался, наш автомобиль пользовался авторитетом. И мы не знали, горе, что такое сбыт. Почти 70% мы отправляли на экспорт, причем половина в страны со свободно конвертируемой валютой. И вот 2 года назад вдруг под Новый год в стране оказалось 36 тысяч нереализованных москвичей. Когда глубоко изучили мы этот вопрос, оказалось, что качество сборки нашего автомобиля полностью не соответствует тем документам, даже существующим на заводе. И, конечно, потребители мучились, утратил завод репутацию. И тогда, в преддверии того, что нам в этом году с конвейера начнут уже сходить новые автомобили «Москвичи 2141», это автомобиль более повышенного класса, к нему более высокие требования. И мы отчетливо представляли, что те же люди, тот же коллектив должен собирать более классные автомобили. И сейчас мы твердо убеждены, что вопрос качества управляемый и зависит только от нас. Каждый год начинается на АЗЛК с приказа номер 1. Это приказ о качестве. Он охватывает все производство. Из года в год требования ужесточаются. То, что совсем недавно считалось несущественным дефектом, ныне переходит в разряд брака. Инициатива самих рабочих, их искреннее желание вернуть москвичу высокую репутацию и стало главным фактором психологической перестройки, говорит представитель технической инспекции Виталий Олегович Любимцев. Около 2 лет тому назад у нас на заводе зародилось движение, почин, вернее, так это нужно называть, почин трудовой, за высокую репутацию родного москвича. Этот почин был подхвачен многими коллективами автозаводцев, в том числе и бригадами. И вот из этого почина выросли, так сказать, вышли бригады гарантированного качества. Сейчас вот я вам назову цифру. Их на заводе уже 108 бригад. 108 бригад гарантированного качества. Одной из эффективных форм борьбы за качество стал ежедневный обезличенный осмотр автомобилей. Берем автомобили, начинаем их осматривать. Абсолютно любые. Совершенно, ну, мы рассчитываем на теорию вероятности. Мы никакие машины заранее не готовимся отобрать. Ну и нет у нас таких целей. Кого-то особенно, может быть, выделить, кого-то пропустить, нет. Мы стараемся так, чтобы равномерно
под наш осмотр попали все. Несут ответственность все за пропущенный дефект. Естественно, начиная рабочим, продолжая бригадиром, мастером участка, заместителем начальника цеха по смене, старшими мастерами, ну и даже начальник цеха. Разберем. О, давай, иди сюда. Это что такое? Это что такое, а? Это да, это наше. Нормально? Это ненормально. Это раз в год. Такой дефект, если бывает. Автомобили, попадающие сюда, уже прошли ОТК. И дело не в дублировании технического контроля. Главная цель – воспитание коллектива. Вылезет оттуда. Вот именно на этом сиденье. И почему на всех остальных нет, а на этом попался? Вот на подушке, а здесь на спинке. Это товарный вид, понимаете? Это товарный вид автомобиля. На что первый смотрит покупатель вот на такие вещи? Если он замечает, то у него просто падает настроение. От того, что где-то что-то торчит. Да, на качество, может быть, это не влияет ни на ходовые качества, ни на что. Ну, это наше лицо. Я не считаю дефект. Ну, вот видите как, вы не считаете, а я говорю, что это дефект. Почему? У нас всех изолятор есть, а на этом изолятора нет провода. Да, но он не весь оголен, правильно, он конец оголен у него немножко. Это влияет на качество? Конечно, влияет. Если это по технологии положено стоять... А вот это что, не дефект? Как не дефект? Ну что вы, ребята? Дефекты, выявленные на осмотре, могут быть нехарактерными для сотен остальных машин. Важно другое. Любая недобросовестно выполненная операция теперь становится достоянием гласности. Представляешь? Нет, вот вообще он видел, как это интересно? Нет. Вообще ни разу не видел? Нет, ну они же все у нас в тальке приходят. В тальке все, они беленькие приходят все. Все чистенькие. Он его поставил, он закрепил. Здесь все... Где работает? Вот. Вообще тебе попадались? Вообще попадались хоть раз? Нет, не видно просто. Нет, ну обожди, ты мне скажи, тебе попадалась хоть раз стреснутая вот такая трубка? Нет, не видно. Вообще не раз? Я не видел здесь. Плохо, что ты не видел. Ну если не видел, значит не было. Не, не видел. Вот, а нужно смотреть. Ну что, это рабочая вина, да? Вы разберитесь внутри цеха, чья это вина? Это вам предстоит разобраться. Чего здесь? При чем здесь натянут? Сейчас он соскочит. А ты, братцы, соскочишь. Правильно. Вы поставили шандалу нормально. Возможно, поставить. Споры сегодня ведутся вокруг таких мелочей, которые еще вчера просто не замечали. Разговор идет об уровне мастерства, ответственности и рабочей совести. Держать ответ приходится перед всем коллективом, начиная с бригады, кончая генеральным директором. Еженедельно по четвергам Коломников собирает всех виновных в браке. Нет изолятора на электропроводе левого блока предохранителя, товарищ Пронькин. Нет. Что такое? Ну, провод как нам уже приходит. Мы что, видим, что ли? 150 операций, Валентин Петрович, а же усмотришь там 11. Ну как же не усмотришь? Усмотришь вот в той смене. В той смене усмотрели. Ну из-за Кембрика там этого как. Давайте тоже объявим выговор лишить 50% премии за месяц по качеству. Не годится такое отношение. Ну а бригадир что скажет? Вина почти не наша, Валентин Петрович. Ну а чья вина? Ну поставщик же. Сколько ну хорошо, он поставляет? Вы же должны проверять, нельзя ставить. Мы же проверяем. Вы бригадир, ну понимаете, вот член вашей бригады так рассуждает. А ведь через месяц надо вашими руками собирать, надо новый автомобиль. Да. Да когда все-таки ваша бригада-то займет передовые позиции? Месяц сроку дайте нам. Ну хорошо, давайте запишем. Дадим срок месяц. Давайте вот, чтобы после вашей бригады ни одного дефекта не было. Садитесь. Не завернут винт крепления облицовки радиатора. Ну, это чистая случайность прошла. Не проследили просто за человеком, который только сел практически на эту операцию. Нет возможности следить. Смена чья это? Чья смена? Коньков. А? Коньков.
Ну, кто вам дал право некачественно выпускать? Я вот не понимаю. Ты должен больше, чем любой, каждый, объяснить человеку. Мы ведь за каждым дефектом. Тебя же специально посылали. Во Франции был, учился. Ты помнишь «Радуга»? Помню. Как каждого французы, когда переходили на более классный автомобиль, каждому рабочему объясняли о чести. А здесь честь столичного завода. Да у тебя в смене должно быть, ты такую специальную подготовку прошел. Специально посылали человека изучать методы психологического влияния на рабочих по улучшению качества продукции. Мы сейчас проводим работу, Валентин Петрович. Вы проводите собираемся работу. Бригадами. Собрание бригад и обсуждаем каждый такой случай. Поэтому все-таки у нас, правда, незначительно, но сдвиги есть. Я думаю, что в ближайшее время мы наладимся. Ну хорошо, если так, то мастеру тяжело работать, значит надо его освобождать от работы. Давайте примем сегодня такое решение, давайте заменим мастера. Тот человек, которому трудно обеспечить качество, не может быть мастером. И это твердо знать, какое бы у нас положение ни было, тот человек, кто не способен обеспечить качество, он не может быть руководителем. Он недавно работает у нас. Ну, значит, тем более, раз недавно, значит, нет чувства ответственности у него. Если он, ссылаясь на трудность, считает, что можно собирать это самое кузова с дефектами. Нет, я так не считаю. Ну, вы же сказали, я у вас считаю, трудности что мы не имеем были. Права вы у вас дефект. Трудности были. Какие могут быть по вопросам качества скидки? Никаких. Ну а почему вы говорите, что трудности у вас были? Для кого это вы говорите? Что, наш потребитель будет, ему от этого легче, что у нас с вами трудности какие-то были? Нет, конечно. Значит, давайте примем сегодня решение, освободим за неудовлетворительное, просто за непонимание вопросов качества от обязанностей мастера, значит, освободим. Садитесь. Есть какие вопросы? Все, спасибо. Жесткие меры принимаются. Во всяком случае, есть так вот сказать, я на заводе это вообще не говорю, чтобы никто не знал, но мы за год в 10 раз сократили дефектность вот на этих осмотрах. Вот за 85-й год в 10 раз. И сейчас, раньше были грубейшие такие дефекты, что не работал стеклоподъемник, не прокачанная тормозная система, значит, не работает вентиляция, замыкает проводка, то сейчас таких дефектов, как правило, нет. Сейчас есть дефект, немножко там не дотянут, где-то не заправлена резинка, клей не протерт или еще что-то. Наш сейчас завод переживает новый этап реконструкции. Советское правительство приняло решение организации у нас на заводе образцово-показательного производства нового автомобиля на базе гибкой технологии. Что такое гибкая технология, все слышат, но не все понимают. Гибкость заключается в том, что на одном и том же оборудовании можно выпускать, скажем, кузова «Запорожца», «Москвича» нового и «Волги». Вот какая гибкость. То есть она нам позволяет в дальнейшем, не меняя оборудование, с минимальными затратами, переходить с модели на модель. Высокие требования, предъявляемые к новому автомобилю, отразились и на техническом перевооружении завода. В свою очередь, новое оборудование требует высокого уровня профессиональной подготовки рабочих.
Это еще одна из задач психологической перестройки коллектива. И в решении ее существенную роль должны сыграть молодые рабочие, специалисты новых профессий. Надо сказать, что интерес к заводу очень сильно повысился. За последнее время, вот в течение 85-го года, хотя по демографическим показателям молодежи меньше в Москве стало такого возраста, а к нам пришло в два раза больше. Даже вот такой показатель, как профессиональное техническое училище, оно у нас на 660 мест, а фактически там учатся 900 человек. И даже был конкурс, 58 человек не прошли по конкурсу и не попали в профтехучилище. Мы сейчас придаем большое значение профессиональной ориентации. В подшефных школах мы сейчас создали специальный цех. В этом цехе есть роботы, есть дисплейный класс. Требования сейчас к молодым рабочим у нас в корне изменилось. Мы, например, ставим такую задачу, что в тех школах, где мы вот осуществляем такую шефскую работу, чтобы в 8, 9 и 10 классе за счет труда человек получал специальность сразу, на равных почти, с выпускником профессионально-технического училища мог приходить и работать на станках с числовым программным управлением, быть механиком по управлению роботизированными системами. Вот он, виновник всех тех событий, которые происходят сейчас на заводе. «Москвич» 2141. Главное требование, которым должен отвечать современный автомобиль, это безопасность, экономичность, экологическая чистота. Не прекращаются разнообразные испытания. Приготовились. Готов. Значит, запуск. Так, запуск давай. Есть запуск, пошел. Так, выходи на режим. То ли порежь ему, да? Пусть идет рейндж. Какие обороты? 200. Начали. Пошел. Замер можно производить? Замер можно делать, да? Да. Понятно. Ты скажешь, когда будет 4200? 4200. Сделан замер, можно сбрасывать. Сбрасывай, все. Делаем. Это опытные образцы новой машины. На спидометре каждой из них десятки тысяч километров, пройденных по асфальту и бездорожью, в 40-градусные морозы и под знойным солнцем пустыни, по булыжнику и раскисшей грязи. Автомобиль принципиально новый для нашей страны. Он займет промежуточное место между «Волгой» и «Жигулями». Автомобиль, на базе которого будут созданы разнообразные модели москвичей. Испытания показали. «Москвич» 2141 отвечает самым высоким требованиям. Слово теперь за рабочими АЗЛК. Есть у автомобилестроителей такой термин – «отпластилина». Обозначает он время от создания пластилинового макета новой модели до начала ее серийного производства. Несколько лет минуло с того дня, как был создан в пластилине облик нового «Москвича». И уже тогда заводские конструкторы заглядывали в будущее.
Здесь на рисунках и в макетах можно увидеть облик машины 2000 года, говорит главный конструктор АЗЛК Александр Евгеньевич Сорокин. 2000 год – это не так уж и далеко. Это практически завтра настанет. 15 лет они очень быстро проходят. И очень резко автомобиль не изменится, он будет узнаваем все еще. Автомобиль-седан – следующая наша разработка. Седан – это классический образец автомобиля. Они сейчас опять возродились на рынке. Далее мы предполагаем выпустить автомобиль-универсал повышенной вместимости для больших семей, для дальних поездок удобный. «Москвич» устремляется в будущее. В историю АЗЛК вписывается еще одна страница. Февраля 1986 года, в канун открытия 27-го съезда КПСС, первый «Москвич» принципиально новой модели сошел с главного конвейера Московского автомобильного завода имени Ленинского комсомола. Биография «Москвича» продолжается.